Соскучилась по мне? Конечно. Сильно? До чертиков. Если бы удалось раздобыть деньжат, мы могли бы пожениться на Рождество. Это было бы круто. Настоящая любовь. Нам нужны-то всего 1000 или 1500. Закроем долги, а потом вернемся к нормальной работе. Но это же наше постельное белье. Только наволочка. Но она же часть набора. Настоящее преступление. Если ограбить местных бандюганов, полиции до этого нет дела. Это ограбление. Вы думаете, я шучу? Реальная история. Эти мафиози просто кучка растолстевших парней, помешанных на своих тачках. Не больше. Все бабло в мешок! Давай! Он их сейчас замочит. А теперь раздевайтесь! Че? Гони! Первый раз вижу, чтобы мафию кто-то обчистил до трусов. Есть кое-что, что поможет засадить Большого Алла и вбить последний гвоздь в крышку гроба всей мафии. Что же это? Список. Это семейное дело. Вся семья Бонено. Ты понимаешь, что теперь будет? Кто его потерял? Джои Ди. Его ограбили. Он носил его в бумажнике? Майкл Пит. Кому еще непонятно? Тут я главный! Опишите, Том. Нина Ариадна. Ну, такой симпатичный. Просто гений. Рэй Романо. Ребята, вы переступили черту. Думаю, надо валить из страны. Объединиться – единственный выход в это тяжелое время. Никто не пострадал. Какое же это преступление? А? Достаньте список любой ценой! Ты должен им помочь. Они же еще дети. Делайте, что хотите, чтобы найти мне этих хреноглотов, а не покойники! В истории ограблений лишь несколько людей были столь же безрассудны, как эта парочка отчаянных налетчиков. Они — современные Бонни и Клайд. Клево, да? «Гангста Лав» в кинотеатрах с 10 апреля.